У цих людей життя розкладене по поличках. Вони вміють дивуватись та радіти цьому житті, минаючи зорові враження від цього світу. Вони не бачать очима, але бачать серцем. Сьогодні в нашій студії Сергій Зеленков, член Українського товариства сліпих, активіст, викладач курсів з навчання незрячих користуванням сенсорними телефонами, і Наталія Ушакова, активістка Українського товариства сліпих. Дуже рада бачити вас сьогодні у нашій студії. І добре, що прийшли, що змогли. І взагалі добре, що ми сьогодні зможемо з вами ближче познайомитись, тому що багато людей от не завжди розуміють, з якими проблемами вам кожного дня доводиться зіштовхуватись. Ну, і перше, я хотіла би запитати, от трошечки поговорити про ваше товариство, скільки років вашій організації, взагалі, як ви живете в цій організації, і взагалі, як відбувається співіснування кожного з членів цієї організації. Ну, давайте з вас, так, пане Сергій? Здравствуйте. В нашій організації в этом году уже 86 лет. У нас зарегистрированных 2500 членов организации. Мы чем занимаемся? Ну, то есть оказываем какую-то помощь, если необходимы какие-то нюансы в плане вопросов, возникающих при оформлении документов или еще каких-то других, ну, обычных жизненных вопросов, то можно обратиться, в принципе, подскажут, помогут, как смогут. Так, тобто в вашій організації є фахівці, так, які можуть, ну, наприклад, там якісь є юридичні питання, так, чи є, можливо, економічні. Тобто є ж дуже багато різних проблем, так, в кожної людини є. А якщо в неї ще і вади, наприклад, якісь, то взагалі складається таке враження, що увесь світ повернувся до тебе спиною. И нема до кого звернутися. Чи... Ну, у нас в штате именно специалистов нет, но есть общественные активисты, которые юристы, там, экономисты и так далее, которые можно обратиться, и они помогут. У нас больше, то есть это вот непосредственно с документами, которые могут быть связаны с учебой, которые могут быть связаны с какими-то вопросами, что касается непосредственно, имеем право или не имеем, как инвалиды, поверхностную, ну, то есть какую-то поверхностную информацию предоставят. А уже если непосредственно более глубоко в этом копаться, то есть общественные активисты, которые, которым можно обратиться, помогут. Пані Наталія, я знаю, що от у вас виникали час від часу проблеми, ну, наприклад, з влаштуванням на роботу, так? Я чула про це, і хотілося б дізнатися вже зараз у вас, що це за проблеми та чому не змогли ви їх вирішити? Чи вже вирішили на зараз? Здравствуйте. Да, проблема очень глобальная и существенная. В сущности, заключается она в том, что работодатель не берет на себя ответственность. И, по-моему, не хочется попросту заморачиваться в обустройстве рабочего места для нас. Потому что мы люди особенные, и для нас нужно программы устанавливать, как-то обустраивать рабочее место. Это им, ну, не с руки, надо, чтобы пришли и работали. Вот. Поэтому нам даже не дают... Так, испытательного срока получается. Тобто ви навіть не можете взагалі домовитись про те, щоб влаштуватися буде. Да, да, да. Вони слышать, а куди ви ходили? Ну, я маю на увазі, яку роботу ви шукали? Я искала, в сущности, начиная от профессиональной своей деятельности. А хто ви за фахом? Я по диплому преподаватель основ здоров'я. Я була в школах, также ходила в такі організації, як... санатории, реабілітаційні клуби, центри, мене везде... Не хочуть вони брати людину. Випроваджували, так. А чим пояснюють? Що вони кажуть? В принципі, нічим. То, що я або не компетентна в якихось питаннях, або просто дивляться в мою трудову, то, що вона пуста, і на мій діагноз.
Угу. Тобто для, да, для роботодавця це вже є причина, да, да, відмовити, да, вам. З приводу того, взагалі, як люди можуть з, от, з вашої організації працевлаштуватися, хотілося б окремо поговорити, чи відомо вам, пане Сергію, як ця проблема вирішується? Ну, у нас помощи как таковой в трудоустройстве. У нас организация, у нее есть два предприятия. То есть они учебно-производственные предприятия, они производят определенные продукты. Это продукты сельскохозяйственные, такие как там метлы, ведра, там какие-нибудь тазики и прочее. И еще есть производство, которое производит, по-моему, крепление для рельс, для железной дороги, и плитку, тротуарную плитку тактильную, для, непосредственно для нас же, на которой есть, вот может кто где видел, полосы желтые, они немножко выпукшие, то есть чтобы когда идет незрячий, он почувствовал, что вот впереди дорога или там пешеходный переход. То есть, можно сказать, сами себе, вот вы как бы можете... Ну, то есть, как бы, да, мы сами для себя делаем, но вопрос в том, что сейчас, опять же, нужно, чтобы это кто-то покупал. Ага. Мы сами себя, то есть мы сами... Вы сделаете, вы да, можете, то есть мы производим, но город должен, например, отдать добро, чтобы это сделали. Кто-то купил, кто-то это все оплатил и это все сделал. А как раньше, взагалі, кто-то с этими питаниями, от с вами сами, спілкувався? Ну, от я маю на увазі, как раньше, взагалі, это відбувалося? Чи так само эта проблема багато років існує и існувала и раньше? Ну, раньше было... сложнее. То есть сейчас, если в целом говорить о обращении внимания на проблемы незрячих, было хуже. Сейчас стало получше и с книгами, сейчас стало получше и какие-то другие... В общем, что-то делают. Вопрос в другом, насколько быстро это делают, это да. Но вот в новых троллейбусах, например, есть озвучка каждой остановки, к которой подъезжаем. И также следующее. Но очень мало бывает такое, что ее отключают просто в троллейбусах. То есть троллейбус новый, но озвучки нет, потому что ее просто выключили. Есть в новых троллейбусах тоже функция, когда троллейбус подъезжает к остановке, то непосредственно в сторону остановки говорится номер маршрута, который подъехал. Но из того, что я знаю, по-моему, всего три маршрута, на которых это было. Тоже. То ли это выключают, то ли это просто не используют. Вот. Да, можливо, просто не думают, чтобы это постоянно працювало. Да, то есть вот как бы вроде троллейбусы новые, но вот этого нет. Поэтому что сейчас стало получше, сейчас стали более отзывчиво, но все равно этого не хватает. Звичайно, не вистачає. Я, знаєте, хотіла ще познайомити наших глядачів з книгами, ось такими дуже цікавими. Всім відома Абетка, от, мабуть, багато хто читав, а Баба Галамага, ось Абетка. І, до речі, у мене з моєю донькою це була улюблена книга. Ось так. Але вона спеціально тут є сторіночки, так, які зверху, ось тут зі шрифтом Брайля. Тут дуже зрозуміло все. От я зараз поверну, покажу, як це виглядає. Виглядає, може вам видно буде, так? Він непомітний, але на дотик тут можна зрозуміти, тут що написано. Так, отут абетка, ось тут на дотик, тут написано видавництво, от, і далі вже все так само можна побачити, але люди з вадами зору можуть і на дотик прочитати, що тут написано. Ось так, така гарна, чудова книжечка. Це просто сторіночки вклали вже, мабуть, ну, не видавництво Баба Галамага, чи це видавництво розробило цю книгу? Я точно не скажу, но есть специальные шрифты Брайля, которые... принтеры шрифтом Брайля, который распечатывает это все, и это все уже составляется в книгу. А, тобто просто зверху складається, вкладається, да, так? То есть это может быть производство как государственное, так и частных, не частных, а общественных организаций. Потому что у нас вот в Украине
книги производят как государство, так и общественные организации, такие как, например, фонд «Родини не читайло», нескольких местных именно друкарнях печатают книги, можна сказати, на заказ. Тобто, якщо необхідно, можна обратитися, вам її зроблять. Це на замовлення, але ж вона, мабуть, дорожчою, коштує дорожче, ніж книга зі звичайним шрифтом. Ну, я не знаю, у нас от в місті, в непосредственно в нашій організації, є принтер Брайля, і можно обратиться, если какие-то материалы, которые, вот, к примеру, в учебе вы используете, постоянно к ним обращаетесь, то их можно попросить, вам распечатают. А если просто книгу, то это тоже не дешевое удовольствие, потому что нужна специальная бумага. Там специальная, более плотная бумага идет. Плюс ко всему нужно сидеть, редактировать текст, чтобы принтер его правильно обработал и перевел в шрифт Брайля. Ну, але зустрічаються помилки, от як, да, так, зустрічаються, звичайно, так, треба розуміти, що це теж не так все просто зробити. Да, то есть там даже при редактировании может быть так, что уже при отпечатке Брайлем буде ошибка в тексті. Пані Наталія, ну от справді, я ще так до вас ще хотіла звернутися. От я бачу тут скільки всього цікавого, те, що ви разом принесли. Чи можете ви розповісти, що це таке? От вже цікаві такі коробочки тут, кубики. Що це таке? Це якісь іграшки чи що це таке? Це іграшки, кубики для тактильного сопровождение обучения ребенка. Здесь выпуклые точечки. Они могут обозначать или цифру, или букву. То бишь, играя с ребенком, складывая или слова, или какие-то строения, к примеру, домики там, или машинки, можно их делать или по словам, или примеры таким образом решать. То есть это для более практичного использования воспитательного и образовательного процесса. Ось тут, например, что это? Ось эти кнопочки, что это такое? Можете мне рассказать? Мне тоже очень интересно, хотелось бы трохи засвоить этого. Что это такое? Это объемный кубик с кнопочками. Мы, как бы вам сказать, все у нас буквы построены на шеститочии. И нажимая ту или иную комбинацию из точек на других гранях кубика, мы можем увидеть, что у нас как бы выпало. А, то есть что складывается? Потом, будут буквы, слова, а потом и речения, так? Да, к примеру, Сергей может нам продемонстрировать, как это все. Это кубик для изучения эмоций. Вообще. То есть, видите, здесь это кубик сделан на 3D-принтере, здесь разные эмоции. Можно показать незрячему ребенку, он пощупает, рассказать, что там это такая эмоция, это такая. А вот это шеститочие, то есть используется для изучения букв. То есть, вот, например, если буква А, вообще шрифтом Брайля пишется справа налево, но читается слева направо. То есть тут еще есть специфика. Складно, как у себя. И вот если мы оставим только одну верхнюю левую точку, это будет у нас буква А. А можно так трошки, можете повернуть? А чтобы мы побачили все. Ось, дивіться, буква А. Отут залишилось, а так, буква А. А вот так это уже буква Б. Це вже буква Б. Да, то есть, ну там дальше идет усложнение, потому что буква В это уже не три точки. А як? Наташа, помнишь как? Потому что я не помню. Вы же просто все автоматом. То есть, например, вот это три, первая, вторая, третья. Они нумеруются как первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Это буква F. Первая, вторая, третья, это у нас... Нет, это буква L. Разве не L? Слухайте, давно не практиковались, поэтому... Я, в принципе, я потерял зрение в достаточно взрослом возрасте, и я шрифт Брайля изучал, но я его практически не применял. Так как я больше пользуюсь
телефоном, он мне все озвучивает. А я, до речі, хотіла якраз вам сказати, що ви ж справді ще й проводите курси, тобто ви вчите незрячих людей користуватися різними гаджетами, так? І, можливо, вони можуть там поставити якісь програми, так, які їм зручні будуть для використання, так? Да, то есть, ну, шрифт Брайля, його нужно знати всім. Например, на тех же лекарствах сейчас печатают шрифтом Брайля название. А, вот еще. Ага. Да, вот, то есть в любом случае его нужно знать, его можно практиковать, и он поможет в жизни. Как говорит один человек, тот, кто не читает, тот не образованный. Звичайно, да, звичайно. Вот, поэтому, так, но я его редко практикую, поэтому я буквы не все помню. А что касается телефона, да, можно установить абсолютно разные приложения. Есть специальное приложение, которое озвучивает все практически все происходящее на телефоне. Можно использовать таким образом Viber, Telegram, Facebook, там Skype. Есть специально разработанные программы распознавания денег, есть программы-навигаторы, которые... Вот сегодня я ехал, использовал программу-навигатор, которая меня сюда и привела. Тобто вам виходить, що так от зручніше, звичайно, і ви можете ось так от контактувати зі світом. Звичайно ж, це треба, це життя, це якість вашого життя. І тут без цього ж ніяк. Да, то есть телефон сейчас, он стал таким... Незаменимым. Да, незаменимым гаджетом практически, ну, можно сказать связью, можно сказать целым миром в кармане. Потому что я могу написать, как кому-то в Телеграм о чем-то договориться. Кстати, Телеграм до недавнего времени был для нас недоступен, но разработчики все-таки сделали поддержку. Я ще наостанок хотіла ось справді тих наших глядачів, які дивляться зараз, так, запросити. От ви можете сказати, що це буде, так, Дніпропетровській філармонії, так, 17 січня 2020 року, 19:00, тут буде справді дійство відбуватися, так? Да, у нас, для дітей і дорослих. А у нас буде проходити будуть виступати діти, інклюзивний мистецький проєкт. Ну, я так сподіваюся, що... «Казка на білих лапах». Ось так. Я сподіваюся, що люди не забудуть і до 17 січня. І прийдуть подивитися, послухати, як дітки будуть виступати. Вони виступають непосредственно вже з сложившимся колективом, поють пісні. То есть это очень интересно. Приобретайте билеты, приходите, слушайте. Дякую дуже вам, що прийшли сьогодні до нас. Справді розповіли про себе, про свої проблеми. Я так дуже сподіваюся, що вони будуть вирішуватися, і що вам просто буде легше і якісніше жити у цьому світі. І пані Наталі особливо дуже хочеться, щоб ви влаштувалися на роботу. Я так сподіваюся, що після нашого ефіру почують роботодавці, і все ж ви зможете повноцінно, нормально працювати. Ну, а ми з вами зустрінемось вже завтра. Тож, до побачення і до нових зустрічей.